на 777. Пригоди всім. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Будемо сьогодні говорити про нафтогазові гроші, які отримує Росія. Звідки вона отримує, чи вона їх отримує, чи збільшуються прибутки, чи санкції діють. Все, що стосується цієї сфери і всього, що може продавати Росія. З нами на зв'язку Михайло Крутихін, експерт в сфері нафти, газу і нафтопродуктів. Михайло, здравствуйте. Добрий день. Да. Хотел бы начать наш разговор с того, что Соединенные Штаты Америки стремятся к 2030 году вдвое сократить доходы России от нефти и газа. Скажите, пожалуйста, Михаил, насколько это все серьезно, насколько реально в Соединенных Штатах Америки настроены этого придерживаться и влияют ли санкции сейчас на Россию? Ну, пока это заявление, к ним так и надо относиться. Ну, риторика, обещания, потом до 30-го года вообще неизвестно, что еще будет. Поэтому, ну, спокойно надо к этому относиться. Надо смотреть на цифры. А цифры, ну, они показывают, что по сравнению с 22-м годом, когда были высокие цены на нефть, высокие цены на газ, очень высокие цены, период такой был. Никто еще не вводил до 5 декабря 2022 года никакие санкции против нефти. Свободно Россия торговала нефтью. И давайте посмотрим, что произошло за 11 месяцев вот этого года, когда и санкции были, и цены упали. То есть мы видим, что по сравнению доходы российского федерального бюджета от нефти и газа по сравнению с предыдущим годом, они упали где-то примерно на 30%. То есть вот ровно треть этих доходов, она исчезла в результате санкций. Когда говорят, санкции не работают, Россия богатеет, процветает, несмотря на санкции. Вот недавно я такую телепередачу слышал, смотрел, немецкого, кстати, телевидения. Хотя там бывший «Газпромовец» выступал, но тем не менее. Хорошо, вот взяли и убрали из российского бюджета треть доходов от нефти и газа. Значит, санкции работают. Если сейчас треть убрали, а к 30-му году обещают убрать еще 50%, то это вполне реалистично. Если за год удалось такое сделать, то дальше, может быть, так и получится. Но тут надо учесть одно, потому что доходы от газа в России упали по воле самого Путина. Потому что Путин убрал «Газпром» с европейского рынка. Вот у него была такая идея, заморозим европейцев, у них там будет, ну, он честно говорил, будет коллапс экономики, экономическая катастрофа. И они приползут, в общем-то, на коленях в Москву, бросят поддержку Украины, откажутся от каких-то там санкций, все будет в порядке. Не получилось. Да, это дорого обошлось европейцам, потому что пришлось переплачивать за газ, который надо было отбивать на рынке у азиатов. Им тоже газ был нужен, цены высокие были. И строить перемычки между границами, строить новые терминалы по приему сжиженного газа – дорого. Все было дорого. Но поднатужились, и сейчас никаких проблем на газовом рынке там в Европе нет. А у России проблемы. Добыча «Газпрома» упала на 23%, то есть четверть добычи гиганта российской газовой отрасли, бац, и нету ее, и рынка нет. И даже если каким-то чудом китайцы согласятся еще какой-нибудь газопровод у себя принять, а пока они не очень-то соглашаются, то все равно для того, чтобы туда перенаправить такие объемы газа, ну, я не знаю, сколько надо десятилетий. Потому что вот газопровод, который туда планировал Путин, он, первая его мощность, это 50 миллиардов кубометров газа. Вот должна быть «Сила Сибири-2», так называемая. А что такое 50? В дальнее зарубежье, в Европу, в западном направлении, «Газпром» отправлял 155. То есть вот взяли вот 50, мы добьемся. А 50, если начнут сейчас строить, все равно это лет 12-15 пройдет. Поэтому по воле «Газпрома» газовая отрасль России, ну, просела. Просели и доходы. И иногда даже вот на Западе шутят. А зачем нам вводить какие-то санкции против нефтяной отрасли России? Достаточно попросить Владимира Владимировича Путина взять на себя руководство этой нефтяной отраслью. Он ее угробит точно так же, как газ угробил. Поэтому... А у России проблемы.
Потому что нефтяная отрасль, ну да, сократятся доходы к 30-му году, как американцы говорят, еще в половину. А у России проблема, то есть запасов нефти, которые извлекаемые, коммерчески рентабельные, то есть вот затраты на добычу, они меньше, чем доходы от ее продажи, вот они иссякают. То есть вот такой нефти остается все меньше и меньше. А дальше это трудноизвлекаемая нефть, это совершенно нерентабельно. И поэтому к 30-му году, как и в свое время Министерство энергетики России предсказывало, то к 35-му году российская добыча нефти сократится на 40%. Ну, сократится она еще быстрее сократится, потому что очень активно исчерпываются вот эти рентабельные запасы. Ну, да, то есть поэтому можно поверить в слова американцев, что даже не их усилиями, а в результате вот положения в России, доходы России от нефти и газа сократятся и будут сокращаться все сильнее и сильнее. Ну вот, Михаил, вы говорите, да, что если посмотреть на последние 11 месяцев, 30% не досчиталась Россия доходов, и если посмотреть на бюджет, который подписал Путин, да, утвердил, там 33% идет только на войну фактически, да, ну они называют это на оборону, но мы понимаем, куда эти деньги пойдут. Так выходит, что очень-очень много недополучит бюджет России, а все, что получит, пойдет на войну. Как это будет сказываться на самой России в следующем году? Или она еще будет нормально тянуть свой военно-промышленный комплекс? Я думаю, что еще будет тянуть, потому что там не только учитывается вот то, что на войну идет 32%, скажем, процента, а если еще на карателей, которые должны охранять воровской режим от населения, идет огромные объемы денег, то больше 40% это вот все на поддержание режима и наведение войны идет. Давайте вспомним, у Соединенных Штатов Америки сколько идет военные расходы? 13,3%. Германия 2%. Ну, где-то нормальные европейские страны 1,8-2%. Вот такое идет. И там есть деньги и на социальные какие-то дела, и на поддержание науки, на технологические прорывы, здравоохранение пенсионеров. А в России, если все это идет на войну, то, то есть будут, кого будут обдирать? Население. Население будет больше платить и за коммунальные услуги, и за электричество, за газ. Население уже сейчас переплачивает просто за продовольствие, за медикаменты, которых становится все меньше и меньше. Начинаются какие-то кризисы с планированием. Ну, как в свое время говорили, вот Госплан – это самое страшное разрушительное оружие Советского Союза. Потому что вот как только начинается социалистическое планирование, так чего-нибудь не хватает. Сейчас объявили, что яиц в России не хватает. То есть бог знает, что, откуда все это. Это будет продолжаться. Будет пропадать то одно, то другое, то третье. Причем самое неожиданное. У населения России, которое не в Москве, качество жизни будет становиться все хуже и хуже. Вы посмотрите, в одном из крупных городов что-то произошло, куда мобилизуют? В больницу, в город. Там город большой. В какой-нибудь, например, западной стране, в любом более или менее крупном городе есть хорошая больница, оснащенная так, чтобы можно было заботиться о больных. В Москву надо возить. Вот только там могут позаботиться. Вот страна перекошена, все это искажено. И будет искажаться все дальше и дальше. Все меньше будет возможности лечиться, учиться за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, может быть, еще пары городов. То есть страна в глубочайшей заднице с точки зрения социальных и экономических условий. Михаил, и вот если говорить о нефти, да, и о том, куда и как продает Россия. Мы с вами в предыдущих разговорах вспоминали, что есть потолок, который утвердили, но его не меняют, и сейчас вот цена на нефть падала ниже потолка, вопреки тому, что якобы сокращают добычу нефти и пытается как-то ОПЕК это сделать. Какие причины и чего ожидать?
Ну, с точки зрения... Два сейчас главных покупателя российской нефти. Это Китай и Индия. Причем они вышли вот так вот, бурно стали покупать российскую нефть, когда объявили потолок в $60 за баррель, и пользуясь этим, с хорошей скидкой, стали покупать больше российской нефти. У Китая особое положение. Там главные объемы нефти китайцы получают по трубе. То есть, это труба Восточной Сибири, Тихий океан, которая в двух точках. Сначала на полдороги входит через китайскую границу туда, а затем через нефтеналивной порт Казьмино на Тихом океане тоже часть нефти туда получают морем. И еще Россия пользуется трубой, которая идет через Казахстан. Ну, там 10 миллионов тонн в год, не так уж много, но вот это главное, что идет в Китай. И Китай сейчас получает из экспортной нефти России 52%. Вот это вот все в Китае идет. Индия вышла там на 32-34%, но вышло так, что выгодно российскую нефть покупать. Она оказалась дешевле, чем нефть из Персидского залива, вот, учитывая всю скидку. Но... Вот тут возникло замечательное такое явление. Если китайцы не очень много увеличили свои объемы импорта морем, индийцы вот катят эту нефть морем, а там происходит очень интересное явление. Но для того, чтобы суда с нефтью, так называемый там теневой танкерный флот, или как уж там его называют, чтобы он спокойно шел, проходил все проверки, то первая продажа нефти идет по цене дешевле, чем $60. Вот нефтяная компания берет, все-таки продает. Кому она продает? Она продает себе, сама себе, то есть своему отделению, которое зарегистрировано где-то за границей. Вот у компании «Лукойл» есть фирма «Литаско» за границей, 100% дочка, которой та продает нефть. А дальше уже та начинает, ну вот танкер идет, по документам нефть дешевле вот этой нормы, этого потолка. Страховые компании охотно страхуют такую нефть, поскольку она отвечает всем условиям санкций. Все это проходит, вот как говорили, там проливы датские будет трудно проходить. Нормально, с документами все проходит. И Босфор проходит, и датские проливы проходят. Куда-то идет все это. А дальше начинаются еще посредники. И вот сейчас придумали для этого оправдание. Вы знаете, что если есть посредники там у Путина, это вот российские пропагандисты придумали, то эти посредники копят эти деньги, дополнительные доходы свои вот от перепродажи нефти. И на эти деньги Россия получает из-за границы военное оснащение, боеприпасы, бог знает что еще, то, что ей нужно, и то, что не полагается по санкциям ей поставлять. Ну, неужели вы кто-то, кто знает вот российских чиновников и российскую систему, поверит вот в то, что они все эти деньги не себе в карман кладут, а вот перечисляют для того, чтобы Путин получал из-за границы что-то? Ну, учитывая коррумпированность вот любых сделок с российскими государственными чиновниками, компаниями российскими, вот 80% этих денег, которые куда-то туда вот идут, они идут в карманы. Идут вот распил, откат, вот занос, вот эти все стандартные приемы. То есть, а где-то какая-то сумма, возможно, да, действительно, выделяется на то, чтобы контрабанда России получала что-то такое из-за границы через бывшие советские республики или еще там по каким-то еще другим каналам. Да. И сейчас я думаю, что... Санкции новые, новый потолок цен, низкий какой-нибудь потолок, вводить уже не будут. Потому что ну, это даже не интересно сейчас вводить. И потом вспомним, с какими спорами пытались вот тот потолок установить. Там, долго это не удавалось сделать. А сейчас начнутся меры по ужесточению уже имеющихся санкций. И будут применять эти санкции к тем компаниям, которые покупают российскую нефть. Но уже начались санкции против тех, кто перевозит российскую нефть. Вот посмотрите, до введения санкций, ну где-то в июне, если взять, то из российских портов танкеры с нефтеналивными грузами выходили. Где-то 52 примерно процента это были греческие танкеры, греческих компаний. А сейчас это уже где-то 24-25%. То есть они испугались, все, перестали возить.
И дальше, я думаю, вот новые возникла организация в Великобритании, которая будет отслеживать такие нарушения и принимать какие-то меры против нарушителей. И я уже вижу, что какие-то танкеры не могут разгрузиться в Индии, потому что их поймали на том, что они вот нарушают все эти нормы. Постепенно, я думаю, санкции будут ужесточаться. И возможности получать что-то дополнительные, какие-то прибыли от экспорта российской нефти, они будут сокращаться. Вот тенденция такая. Извините, если говорить о газе, да, вот мы вспоминали с вами, Михаил, что Путин сам решил не давать газ и не иметь с этого деньги. Но вот все же газопровод есть, и вот в Сербии достигли, казалось бы, да, союзник России, в Сербии достигли, достроили, вернее, газопровод, который существенно снизит зависимость страны от российского газа. Это якобы к Болгарии относится. Насколько вот это можно воспринимать как еще один удар по газотранспортной системе России? Ну, это, конечно, удар. Потому что сейчас Сербия получает газ из России по так называемому турецкому потоку. Вот по двум газопроводам в Турцию идет российский газ. Это голубой поток, турецкий поток. А затем через болгарскую границу идет российский газ. Там есть продолжение вот этого турецкого потока, который болгары назвали Балканский поток. Оно тоже заходит в Сербию. И Сербия получает вот по этому маршруту газ. Так же, как Венгрия. Вот две главные страны-получательницы газа по турецкому маршруту. Это вот они как раз и есть. Но они понимают, что это все может быть недолгим. И связываться с «Газпромом» и с Россией – это рискованное дело, потому что они могут в любой момент и обязательства свои нарушить по политическим причинам, и еще что-нибудь такое, учинить капризы какие-то. Опыта-то уже много у европейских потребителей. И поэтому они стараются диверсифицировать свои поставки. Болгария вообще отказалась от закупки российского газа. Она построила себе еще газопроводик такой не очень большой, из Греции, и получает оттуда газ, который греки в сжиженном виде импортируют. Заключили контракт с Азербайджаном. Азербайджан стал в Болгарию поставлять российский газ. И они сейчас, свой газ. И они от российского фактически смогли отказаться. Тот газопровод, который только-только вот достроен, у него маленькая мощность. 1,8 миллиарда кубометров в год всего-навсего. Ну, как я уже говорил, что в дальнее зарубежье 155 миллиардов кубометров «Газпром» отправлял. Вот 1,8 – это не очень много. Но у Сербии-то так много и не нужно. Поэтому это примерно покрывает половину всех потребностей Сербии в газе, если будет. А затем это Болгария новый получает такой маршрут. И она по этому небольшому газопроводу может тоже пополнять свои запасы, если, скажем, будет покупать газ где-то у западноевропейских или центральноевропейских торговцев, у которых тоже есть какие-то запасы газа. То есть это вот через границу дополнительные так называемые интерконнекторы, они очень здорово выручают европейские страны, с той точки зрения, что они обеспечивают их энергетическую безопасность и могут перебрасывать объемы газа из одной страны в другую, не понимая, что Россия – это рискованное дело. Вот, если я правильно понимаю, потому что я, Михаил, не эксперт в этом вопросе, но вот в ЕС значительно снизилась, да, потребность газа, вы об этом говорили, а вот есть еще Ямальский СПГ, и вот ярые противники России говорят, что и здесь нужно прикрыть краны. Можно ли это сделать, и, опять же, какие последствия? Ну, тут арифметика, тут не нужно куда-то в алгебру ходить. Задача наказать Россию, лишить ее доходов от продажи вот этого самого газа. Ямальский сжиженный природный газ. Сколько Россия получает от его экспорта? Ну, начинаем приглядываться. Ой, господи, да ноль фактически. Потому что Путин в свое время подарил международному консорциуму в составе «Новатек», она не вполне российская компания, кстати, французская компания Total Energy и две китайские компании. Он подарил им этот газ и сказал, в течение 12 лет вы не будете платить никаких налогов.
То есть ни налога на прибыль, ни налога на добычу полезных ископаемых, ни экспортную вывозную пошлину, ни налоги и сборы за импорт оборудования. Там очень много-много-много всего. Ну, там в местный бюджет что-нибудь там такое перечислите, чтобы местные там оленеводы на снегоходах могли, на парочке снегоходов ездить. А там больше ничего нет. То есть этот газ, который поступает с Ямала в Европу, вот приходит, скажем, газовоз, а газ-то принадлежит китайской компании или Total Energy, у нее контракты на поставку этого газа. Это ее газ, он подарен там, и в российский бюджет от него ничего не идет. Единственное, что вот от этих проектов идет в российский бюджет, это когда собирают налог на прибыль вообще с компании «Новатэк». Она же не только этим проектом занимается. Вот тогда какая-то вот минимальная доля, она попадает в российский бюджет в виде налога на прибыль этой компании. Она даже не учитывается вот в российской статистике как доходы от нефтегазового сектора. Она не входит. Вот налог на прибыль, он туда не входит. Вот в эти, когда мы всегда говорим, какая доля в российском бюджете от нефти и газа. Не входит это туда. То есть вот эти деньги за этот жирный природный газ, когда китайцы его туда поставляют, французы его туда, да «Новатэк» даже его туда поставляет. Они не, и призывы взять и положить конец вот этим поставкам, запретить эти поставки, это пустословие. Потому что цель-то не достигается. Цель – лишить Путина денег. А он и так не берет никаких денег вот с этого проекта. Наоборот, Россия, российский бюджет туда вкладывает деньги, когда за государственный счет углубляют фарватеры к этому газоэкспортному порту, строят какую-то инфраструктуру, ледокольный флот пускают в поддержку вот вывоза оттуда сжиженного природного газа. То есть сплошные расходы вместо доходов. И вот сейчас в Европе призывают, ребят, давайте вот положим этому конец. Ну вы хоть подумайте, чему, какой конец вы собираетесь положить. Михаил, если говорить о нефти, мы тоже с вами об этом, я спрашивал вас в предыдущих разговорах, вот что... То, что некому покупать нефть, ну да, покупают Китай и Индия в каких-то объемах, но вот рынок Европы пропал и купируются, я так понимаю, какие-то нефтерождения. И это возникает ли проблема с нефтепродуктами в самой России? Ну, были моменты, такие моменты, когда правительство вдруг решило еще больше ободрать нефтяные компании. Но оно и счастье, здорово. Она повышает налоги, повышает налог на добычу полезных ископаемых, там меняет. Нефтяники жалуются, потому что правила сбора налогов меняются по несколько раз в месяц. И они никак не могут понять, вот где стабильность, а нефтяные проекты, они все долгосрочные. Нужно рассчитывать на годы вперед. И они поэтому новые проекты-то особо не затевают, потому что ну, нет понятия, какая будет налоговая обстановка в будущем. Через год, там, через полгода. И были проблемы, когда вдруг правительство решило, а давайте сократим для российских компаний вот компенсацию, которую мы им платим за то, что они на внутреннем рынке продают топливо на АЗС. Ну, себе в убыток, можно сказать. Потому что за границу было бы его интереснее, конечно, продавать, чем внутри России. Нефтяные компании возмутились и стали ставить свои нефтеперерабатывающие заводы на профилактику, всеми правдами и неправдами отправлять это все за границу. Правительство сначала, о, давайте введем запрет на экспорт дизельного топлива или бензина введем запрет на экспорт. Не очень помогло. Потом пошли на попятную и сказали, все, ладно, восстанавливаем мы вам эти вот компенсации. Но в какой-то период, особенно когда сельскому хозяйству было очень нужно топливо для уборочной страды, вдруг в России образовался дефицит этого самого топлива. И поэтому пришлось принимать меры для того, чтобы восстановить компенсации для нефтяных компаний. Да, пропадает. И были такие подозрения, что если правительство и дальше будет обдирать нефтяные компании, то дело дойдет до того, что где-нибудь в Санкт-Петербурге будут опять, как в 90-е годы, продавать бензин из Финляндии. То есть, ну, были такие подозрения. Сейчас это, с этим немножко наладили дело. Но попытки ободрать нефтяные компании, вот они продолжаются. Это может привести к новым дефицитам.
Михаил, если говорить о рубле, о том, что Песков регулярно призывает население в России не кричать, не визжать, все с рублем будет хорошо. Вот уже, если я не ошибаюсь, третий раз за год Центробанк России повысил учетную ставку, даже выше, чем прогнозировал тот же Bloomberg, если я не ошибаюсь, 15%. Для чего это делается? Я так понимаю, это чтобы удержать рубль, но как это скажется на курсе и что будет вообще с рублем? Не, ну то, что поддержание рубля идет искусственно, это понятно, совершенно понятно. Потому что в России сложилось дефицит доллара, дефицит вот этой иностранной валюты. Но давайте опять на статистику посмотрим. Где-то в прошлом году нефтяные компании получали за экспорт где-то 58% в долларах, в долларах и евро, вот в такой, в твердой валюте. А сейчас это где-то меньше 28%. То есть юани там идут, всякие динары и дирхемы из всяких арабских стран, их бог знает еще что, вплоть до рупий, которые девать некуда, на них невозможно что-то такое купить. То есть вот твердой валюты на рынке, чтобы каким-то образом этот финансовый российский рынок стабилизировать, ее просто вульгарно не хватает. Этой валюты. А когда она попадает кому-то, кто ее покупает на этом рынке, то они немедленно стараются куда-то за границу сбагрить, а не оставлять в России, естественно. Потому что коррупция – это все-таки в российской финансовой системе, это финансовой и экономической системе – это несущая конструкция. Это не какая-то там бантики, там всяческие излишества. Вот. И поэтому долларов будет все меньше и меньше. И поэтому курс, вот сейчас уже говорят, давайте все, перестанем котировать доллар вообще, чтобы не показать где-то, что у нас, видите, вот рубль по отношению к доллару проседает. Ну, закроют глаза, нету таких сделок, вообще нет никаких долларов, не торгуется на бирже. Ну что от этого будет? Инфляция-то все равно прет вверх. Мы видим по ценам в магазинах, мы видим не только по ценам, а по стоимости товарообмена внутри России. Инфляция растет, не только потребительская. И будет расти дальше. А рублю, ненадежная эта валюта. Всегда вот ее звали деревянной. Вот она, эта деревянная валюта. Ну, люди, которые получают в рублях, конечно, будут страдать, потому что стоимость товаров, которые они могут купить на эти рубли, она будет все повышаться и повышаться в рублевом выражении. Михаил, скажите, пожалуйста, вот мы говорим о вторичных санкциях, понимаем, что Россия ищет пути, как продавать нефть в обход санкций. Насколько это важно, насколько это действует, насколько это может... Вернее так, сколько Россия, простым языком, сколько Россия пытается продать нефти в черную? Это мы не знаем, это вообще невозможно. В России данные о добыче и экспорте, они вот с мая этого года, они засекречены. То есть Росстат это дело не публикует, никто не имеет права докладывать. И поэтому мы просто не знаем, сколько в черную идет, сколько идет российская нефть. Мы не знаем, например, по каким ценам нефть идет по нефтепроводу в Китай. Там у Роснефти с Китаем свои какие-то счеты. И до 27 года часть нефти идет в Китай для того, чтобы погашать долги Роснефти по предыдущим заимствованиям. Вот китайцы там спасали Роснефть от банкротства, выделив ей 15 миллиардов долларов. Вот с тех пор часть нефти она идет по тому еще контракту, который будет кончаться только в 27 году. Поэтому никто не знает, по какой там цене что идет. Также в точности и за границу. Первая цена, которую продали в порту буквально, своей дочке нефтяная компания что-то продала. Или та цена, которую заплатил индийский нефтеперерабатывающий завод, получив эту нефть уже где-то в порту индийском. Это совершенно разные вещи. Мы не знаем, какая там цена. Мы не знаем данных ни об экспорте, ни о... Ну, наблюдают вот какие-то независимые компании за движением танкеров. Но тоже ведь ненадежные эти все данные.
И не случайно еще в июне этого года, а потом вот в начале декабря, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель-Азиз, он высказал крайнее недовольство тем, что в России партнеров обманывают, партнеров по альянсу ОПЕК+. И данные о добыче и экспорте России, они непрозрачны. Вообще никто не знает, сколько она, каким образом она сотрудничает с этой организацией, сотрудничает ли вообще. Поэтому говорить о том, сколько там в темную, сколько в открытую экспортируется нефть, добывается нефть, смысла никакого нет. Считать надо уже в конце концов, вот сколько денег, сколько что там вот потеряли, сколько не потеряли. Вот появляются какие-то подсчеты иностранных экономистов. О, говорят, вот с начала года 11,3 миллиарда долларов это вот Россия где-то заработала лишних. Что значит лишних? Это, вот, это в руках посредников они оказались, эти лишние деньги от экспорта нефти. Никто в эту цифру вообще поверить невозможно, потому что никто ничего понять не может. А российские заголовки, они такие. Читаем заголовок вот на отраслевом портале. В России за 11 месяцев этого года, значит, увеличились нефтегазовые доходы. А в тексте написано, что вот нефтегазовые доходы, они были в прошлом году 1,6 триллиона рублей, а в этом году меньше 1 триллиона рублей. Это как увеличились? Вот заголовок у вас один, а в тексте у вас выходит, что вместо 1,6 всего-навсего вот, ну, там 900 с лишним миллиардов, то есть меньше 1 триллиона рублей получили. То есть вранье идет на всех уровнях абсолютно, и что-то... Надо что-то очень профессиональное и на основании достоверных данных пересчитывать каждый раз, когда мы видим заголовки в российских СМИ. Кстати, Михаил, я готовился к разговору с вами и тоже читал эту новость. Вот увеличилось. Думаю, как так? Ну, уже санкции есть, то есть. Потом читаю. А, ну все понятно. Это только заголовок, да. Михаил, очень спасибо за разговор, спасибо, что вы нашли время, да, и возможность проговорить и очень качественно и аналитически рассказать вот именно такие вот нюансы, когда заголовок один, да, одна сумма, а на самом деле все иначе. Спасибо вам. Вам спасибо и всего доброго. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Михайло Крутихін, це експерт в сфері нафтопродуктів і газу, з яким ми проговорили детально, що відбувається на нафтовому ринку, відповідно, в контексті Росії, де вона намагається обходити ринок і що насправді і де бере гроші, чи не бере гроші, бо як ми з'ясували, що от пишуть одне в заголовку, а виходить зовсім інше. Мене звати Ігор Гаврищак, підписуйтесь, коментуйте, ставите лайки. Побачимось в ефірі 24 каналу.